Алло? Это видеоблог. Вон загоняют ванну большую. Все так-то не так, и как будто бы пустяк, но кто-то скажет, что у тебя ни дом, ни гаража. Это видеоблог в таком случае. Уважаемые зрители, наш самолет прибыл на рейс сегодня 11 часов. Это видеоблог. Мы взяли в аренду, вы не представляете что. Вы не представляете, что мы взяли в аренду. Это видеоблог. Мы едем на гольф-каре, и она развивает скорость. А мы сейчас будем... Сейчас посмотрим, кто быстрее, я или гольф-кар. Нико. Это видеоблог. Мы по-прежнему в гольф-каре. И вон, смотрите. Мы чуть не успели. Могли бы проскочить мимо поезда. Садись, Витек. Это, конечно, большой кайф, ребят. Это видеоблог. Так. Это видеоблог. Балтийский берег. Штиль. Красота. Вот мухи какашку доедают какую-то тут. Это велосипед, что ли? Извините, а это что, велосипед? Да. Спасибо. Давай правее держи, блядь. Тут стоп. Погоняй. Захват два! Блин, Нурлан, ну нельзя так! Ты аккуратнее, аккуратнее, мы не бежим! Стасян, не рисуй, Стасян! Отпусти его, блядь! Давай, вам дам! А что происходит? Да ты в машину едешь, блядь! Я же вижу, блядь, вы чё? Да я хуй сделаю! Это же отморозок, блядь! Ой, придурок, чё делает, а? Блядь, его сейчас нахуй прав лишат! Так, ну-ка! Опа! Велосипедист! Я все вижу, не переживайте. Я все знаю. Смотри, он не рулит даже. Давай, Стасян. Есть ощущение, что легко. Давай. Да. Стас, сейчас, ты не нарушай, пожалуйста. Сейчас мы с бортанем, смотрите. Блять. Ну что делать-то будешь, блядь? Стасян, блядь. Там еще встречка, тормози. Нормально, ты все нормально. Тихо, спокойно. Блядь, ребята, вы что творите, а, придурки? Все нормально. Сейчас вас обед домашний. Дураки, блядь! Стреляй в него!
стало. Это видеоблог. И сегодня с вами группа «Мыши Рокеры с Марса». Это Нурлан Сабуров, это Стас Старовойтов и просто звукач! Беспечный ангел азиатского происхождения. Ночные волки! Солдатанов! Это помоги. Видеоблог. Решай с пацанами, что делать. Чилить? Чилить. Ай, ёпта. Чуть не разбился. Ночные волки. Ночные волки. Полиция только что наругали. Что, Алексей? Ну что, сказали, что вы ездите как долбоебы. Отчитали? Мне за вас стыдно, да. Покраснел. Стойте, ваши друзья ебанаты. Да, сказали, что вот эти все в очках и звукач самый долбоеб сказали. Уже всех ездили. Ой, прости, Стас, Стас. Вот. Что так что... Твой дом стал для тебя тюрьмой. Вот он, памятник. Ты был наивен и ждал перемен. Но нас не остановить. Ты ждал, что друг тебя поймет. Да. Поймет и скажет. Мы любим ветер. Но друг нуждался. Ветер в лицо. Начался подо мной. Мотоцикл мой. Твой дом стал для тебя тюрьмой! Эй, нема причати, нема причати за оно, что не си, что си ли это. Остановились с парнями. Ну вот здесь деньги, бери. Остановились с парнями. Мороженое возьмем. Возьмем мороженое. Еще. А что за фонтан, не подскажете? Ракушка. Ракушка? Да. Что-то значит он или нет? Есть фонтан еще на пресс-спа. Ага. Там идет три фонтана. Три? Там бассейн целый, там плавать можно от души. Невероятно. Блин. Пурхаться и пурхаться можно. Ну, вот конечно, шпехаться и прыгаться. В этом бассейне. Ты как Даш, конечно, я не знаю. Да. Ты как. Ты в своем репертуаре, как обычно, бля. Не меняешься вообще. Ну. Это видеоблог. Брат, меня не снимай, пока я шифруюсь. Хорошо. Привет. Ты вот он шифрует. Тимур Горгинов. Не Витек опасен. Понял. Вот, в общем-то, и вот это видеоблог. Ребята, привет, меня зовут Катя, работаю на радио КХР «Русские хиты». Очень рада вас видеть. Многие мне сейчас очень завидуют. Вы классные ребята, очень да. Жду концерта, скоро отправлюсь в зрительный зал. Как ваше настроение, как вы готовитесь к выступлению? Настроение потрясающее. Реально потрясающее. Настроение отличное, мы все немножко по-разному прилетели, мы... В Юрмале уже... Кто-то благодаря препаратам. Скажи, что нам нравится Юрмала. Нам очень нравится Юрмала. Мы поели, погуляли, ребята покатались на... Олене. На чем вы покатались? Для тебя на электровелы. На море. В 2016 году к нам также приезжала Юлия Ахмедова. В этом году чисто мужской состав. Почему? Почему Лёха же приехал? Когда мы увидим женщину в большой компании. Решите, пожалуйста.
2020, наверное. Почему только мужчины? Да. Юлия Ахмедова сейчас готовит. Можно мне все говорить? Сейчас Юлия Ахмедова готовит свой сольный концерт, поэтому она в туре, в сольном. Она, у нее большая там программа, там часовая или даже больше, и она там ездит по всем городам, по странам, поэтому она готовит большой концерт на ТНТ, именно поэтому вот мы сейчас катаемся временно без нее. Без нее. А вы даже ходите с ним? А он даже и вообще ни сном, ни духом. Чего не хватает женщине-комику? Виктор Комаров разложит. Сыграю. Именно из-за него этот вопрос. Сейчас столько карьер на кармане. Виктор Комаров. И поближе микрофончик, пожалуйста, если ты не новичок в этом деле, ты не пионер. Так, почему женщин, успешных женщин в юморе меньше, чем мужчин? Это просто какая-то историческая история, что, например, сначала... Историческая история. Да, есть очень легкий способ справиться с соседних андроид, надо ехать туда, где жарко, и солнце, и фрукты хорошие. Не вытирай, я все уберу. Тропические страны. Я военный человек. И Тимур мне намекает, что не забывайте про нос. И самый главный вопрос, который мне пусть зададут, они за Порошенко или за Зеленского? Чей Крым, да? Ну ты понял, Порошенко или... Как вовремя, Тимур. Хорошая дружеская компания. В компании друзей любая погода, даже самая ненастная, уже не кажется такой большой проблемой. Касты очень похожи. Да, и мы плохо говорим на русском, да? Но если вы это делаете специально, то... Это видеоблог. Отгремел? Комики. Отгремел концерт в Юрмале. Да. От видеоблог. Какие ваши доказательства? Это было нечто. Это было нечто. Ваши... Это что, лук? Да. Лук, лучок, золотая луковица какая-то? Нет. Блин, воняет еще, хорош. Ты понял, что я специально? Да. Разгуливают есть похожая тема. Лук, лучок. Так, ну и что, как концерт, Тимур? Смотри, желтые помидоры. Желтые тюльпаны. Как концерт, Тимур? Отлично, потрясающе. Круто. Представляешь, концерт. Зацепило меня. У Тимура в райдере желтые помидоры, если что, всегда. Ребят, просит еще одну фотку общую. Кто? А можно еще одно интервью дать? Виктор, как ощущения после концерта? Потрясающе. Что запомнилось больше всего? Больше всего запомнилось, как мы летели на самолете, потом в гостинице были. Потом приехали в зал, выступили. Вот сейчас поедем обратно в гостиницу спать. Вот это больше всего запомнилось. Ясно, это вырежут. Дальше. Слава. Вы смотрите видеоблог Алексея Щербакова. Это видеоблог. А были какие-то курьезные случаи? Это видеоблог, я правильно понимаю? Правильно понимаю. Это я да. Я видел по телевизору. Прекрасный концерт. Были курьезные случаи сегодня прекрасный на концерте? Прекрасный концерт, ребята. Да. Моя жизнь один сплошной курьезный случай. Олег, ты видел, как я интервью? А было, что приезжаешь в Самару, а Самары нет? Да. Было такое? Один раз был, в 2015. Олег, Звукач, как ты прошла? У нас был концерт, мы приехали в Самару. Очень тебе ответили. Здравствуйте, организатор. Олег, а были курьезные случаи? У меня курьезный случай погоняет. Давайте, конечно, общая фотография. С охраной. Общая поварита. Это видеоблог, мы по лестнице поднимаемся. Это видеоблог. Все. Это конец. Я забыл снимать видеоблог, поэтому... Рига. Пока. Ты сам решил пойти на риск. Никто не крикнул «Берегись!» И ты покрасил свой шлем в черный цвет. Да зверь мотор начеревет. Пустый разъездный разворот. Ты мстил за груз для любви прошлых лет. Слышал каждый звук, запел асфальт, как сердце стук, запел.